Ученые Гавайского университета в Гонолулу обнаружили двойника Земли Кеплер-78b, так называется изучаемая планета. Его масса превышает земную более чем в 1,5 раза, а радиус в 1,2 раза. Благодаря таким габаритам плотность светила почти не отличается от земной. Выводы группы планетологов под руководством Эндрю Ховарда были подтверждены и второй группой астрономов из Университета Женевы. Несмотря на необычайную схожесть Земли и Кеплер-78b, жизнь на ней существовать не может. Дело в том, что температура на ее поверхности может достигать 2000 градусов по Цельсию. Тем не менее, эта звезда является самой землеподобной планетой из тех, что ученые обнаружили за последние годы.